Вообще, это интервью мы хотели записать еще в июле месяце, но случилось то, что мы, конечно, предсказывали, но не в таких количествах и масштабах. Сезон поисково-спасательных работ 2020 года навсегда войдет в историю как самый большой по количеству заявок. После такого горячего сезона мы знали, с кем и о чем хотим поговорить. Заместитель командира поисково-спасательного отряда «Экстремум» по направлению поиска в природной среде Елена Кузнецова сегодня в нашем видео. За моей спиной для антуража территории заказника Сестрорецкое болото, а это «Экстремум». Всем привет! Лена, привет! Привет! Для начала небольшая концепция. Давай попробуем сделать сегодняшнее интервью таким образом, чтобы оно было интересно не только обычным людям, но и спасателям. Договорились? Очень опасное предложение. Давай. Хорошо, давай попробуем. Где мы находимся для начала? Мы находимся в психологическом центре. Но кем ты работаешь в обычной жизни? В обычной жизни я психолог-преподаватель. Деятельность в экстремуме касаемо твоей работы, это что для тебя? Это скорее дополнение, практика или это разнообразие какое-то? Потому что, я объясню, потому что и здесь люди находятся в некой стрессовой ситуации, ну, мысленно, не в прямом смысле слова, они думают о каких-то своих проблемах, приходя к тебе, и в экстремуме, когда ты разговариваешь с потерявшимися людьми, с родственниками, люди там находятся тоже в стрессовых ситуациях. Угу. Что это для тебя? Это разнообразие, дополнение, практика в том числе? Разнообразие, дополнение, практика в том числе, конечно. Но я бы сказала, в моей деятельности в экстремуме психология скорее помогает и дополняет то, что я делаю. В чем разница? В скорости результата. Когда я работаю здесь со своими клиентами или пациентами, в то время, когда я работала в психиатрической больнице, это была длительная работа и длительный путь. Работа в экстремуме, работа спасателем в принципе хороша тем, что ты получаешь результат быстро. Это то, чего часто не хватает терапевтам, людям, которые занимаются долгой работой. Получается такое переключение, которое здорово возвращает тебе энергию, какую-то уверенность в том, что ты делаешь. Но на самом деле экстремум — это потому, что классные люди, и можно хорошо время провести. С чего все началось? 2015 год. Ты в отряде уже 6 лет. Какие у тебя были мысли и цели, когда ты пришла в 2015 году? И отличаются ли твои цели от того, что было тогда? Как все, в 2015 году я пришла на курсы первой помощи. Больше мне ничего не было нужно. Там очень смешная история. Я хотела посещать только первую помощь, но у нас была хорошая группа. Многих ребят из этой группы ты знаешь. Это Кирилл Теряев, это Андрей Минаев, Вадик Лихолетов. У нас там была такая группа. И ребята начали говорить, ну что ты ходишь только на первую помощь? Ну ходи на все, жалко же. Потом, ну что ты ходишь на все? Ну сдай аттестацию, жалко же. Потом сдала аттестацию. Ну ты же спасатель, ну жалко же, навыки пропадут. Давай в отряд куда-нибудь, вот экстремум есть. Так я попала в экстремум. Зачем я это сделала? Ну, было интересно попробовать, не забыть свои навыки. Ну, а потом как-то вспышка, темнота, и вот ты уже заместитель командира, и что-то постоянно делаешь для этой организации. Как девушки говорят, как-то оно само случилось. Ну, да. Я знаю, что до экстремума ты тоже занималась волонтерством. Да. И у тебя даже есть награда за это. Расскажи об этом, вкратце об этом периоде своей жизни. О, Коля, все это ты знаешь. Ну, до этого я волонтерила в детских реабилитационных центрах. Пошла я туда еще будучи студенткой, как раз для того, чтобы набрать практику. Мой замечательный научный руководитель сказал, если ты хочешь быть психологом, иди к людям, не дожидаясь, пока у тебя появится диплом. И сейчас я своим студентам повторяю то же самое. Там мы занимались детьми, оказавшимися в кризисных и трудных ситуациях. Помогали им, организовывали их быт, досуг, психологическое состояние их поддерживали. И у нас в городе. Тогда проводился конкурс «Лучший доброволец», «Доброволец года», вот эти истории. И в каком-то 2009 или 2010 году я этот конкурс выиграла, стала добровольцем года. На памяти стоит статуэтка с яйцом Фаберже. Чем занимается координатор поисково-спасательных работ? Мы об этом делали в прошлом году выпуск. Более-менее понятно. Чем занимается руководитель поисково-спасательных работ? Тоже более-менее понятно. Как бы ты описала, чем занимается руководитель направления? Это некий такой мифический человек, который, понятно, что он есть, но чем он занимается, со стороны сложно описать. Он занимается проблемами.
это решением их проблем. Занимается какой-то бумажной волокитой, оперативным реагированием, подменами экстренными. Ну, в общем, это такая фигура, когда все хорошо, про нее никто не вспоминает. Про нее вспоминают либо когда все плохо, либо когда кому-то что-то нужно. Сезон 2020 года. Поисково-спасательных работ. Что это было? Ужас и кошмар. Грибной угар, Коля, это был грибной угар. Сколько людей заблудилось в этом году? Хоть год еще не закончен, мы записываем это интервью в середине декабря. Сколько примерно людей на данный момент заблудилось? Слушай, боюсь тебя наврать, мы там уже больше 3000 насчитали. Более 3000 человек заблудилось в лесу в Ленинградской области в 2020 году. Сколько пришло заявок? 1762 на данный момент, может быть. Для тех, кто будет смотреть это интервью, может быть, не сразу будет понятно, почему заявок 1700, а почему людей 3000. Ну, и не всегда в одиночку теряются. Иногда по двое, иногда по трое, по четверо. И иногда и больше. Ну да, максимально у нас 10 человек терялось. Как случилась эта история? Потерялась бабушка. Бабушку решил искать молодой родственник, друзья родственника. Друзья родственника пошли в лес, нашли бабушку и поняли, что заблудились все вместе. Как была выстроена работа среди координаторов, руководителей спасработ, с коллегами из других отрядов в этот период? Когда координатору приходит по 20, 30, 40 и больше заявок в день, в этом году, мне кажется, рекорд даже установили, там что-то под 60 заявок. 58. 58 заявок пришло в один из дней. Как выстраивается работа в, ну, это реально военное время, можно сказать. Угу. Что делается для этого, чтобы разгрести весь этот завал? Ну, если ты помнишь, впервые с ужасом и кошмаром мы столкнулись в 2016 году, и тогда мы поняли, что 20, 30, 40 заявок в день, особенно если это несколько дней подряд, мы вывести не можем. И придумали в межсезонье схему по привлечению разных координаторов и разделению деятельности. На самом деле достаточно простая. Всегда у нас есть один дежурный координатор, дежурный руководитель, ты знаешь. Если вдруг координатор перестает успевать, он пишет в чат координаторов «Help me, я не успеваю» и становится главным координатором. Его задача – распределять задачи и контролировать их выполнение. У координаторов, все координаторы это знают, есть штатный список задач, которые можно взять в подхват. Ну, например, формирование транспортных групп, сбор ресурсов, поиск и логистика оборудования, или, например, заведение карточек, или заведение и ведение тем на форуме. Ну, такие маленькие локальные задачи, которые появился свободный час, можешь их подхватить, сделать, и дальше пойти по своим делам, делать то, что тебе надо. А если у нас сезон, и вот прям, как ты видел, несколько дней подряд, неделю подряд, по 40 заявок, мы просто делаем график подменных координаторов и заранее знаем, кто будет помогать, если что. В случае с руководителями похожая ситуация. Есть один дежурный руководитель. Если он не справляется, он также пишет help SOS и находится второй, иногда третий, ну, иногда даже четвертый руководитель, который помогает и берут отдельный случай, отдельный ПСР. И тогда у дежурного руководителя, помимо своих ПСР, есть функция распределения заявок. То есть, если в двух словах подытожить, это попросить помощи у коллег и грамотно делегировать какие-то вещи. Да, да. Ну, тут нет большой сложности делегировать, потому что уже есть список, что можно делегировать. То есть достаточно сказать ресурсы или там ПСР-2385, и все поймут. На твой взгляд, почему в этом году было столько заявок? Какие причины для этого были? Закрытые границы, малое количество каких-либо альтернативных развлечений за пандемией. Очень грибной год. Как ты думаешь, не дай бог, конечно, в 2021 или 2022 году вообще возможно ли что-то большее, или это предел? Я просто поясню. Был 2016 год, июль месяц, насколько я помню. Слишком рано пошли заявки в большом количестве. И тогда и в будний день и ночь, и в выходные, и практически целый месяц группы были в лесу. То есть все время в лесу находились спасатели. И в какой-то момент мы поняли, что так долго продолжаться невозможно, не можем мы так работать, нужно с этим что-то делать. И мы стали вырабатывать некие схемы работы для таких случаев. Угу. Потом был 2018 год, сентябрь месяц, 550 заявок. Угу. И все подумали, что ну, это предел, больше быть не может. Сейчас 2020 год, мы имеем
более 3000 людей, около 3000 людей, заблудившихся в лесу, и думаем, ну все, это потолок, наверное, больше быть не может. Как ты думаешь, может ли быть еще более жарче? Коля, в нашем деле никогда нельзя загадывать и никогда нельзя говорить, что больше не будет. Можно говорить только, это был тяжелый год, как ты знаешь. Но впереди нас ждет светлое будущее, как-нибудь справимся. Ну, конечно, возможно. Ну, как история нам подсказывает, что вполне вероятно. И вот. Когда наступит это, в кавычках, светлое будущее, мы будем пытаться под него адаптироваться. Кто знает. Какие сложности возникают при работе со штатными коллегами, самые распространенные, и что для этого делается, чтобы их устранить? Коварный вопрос. Какие сложности? Сложности взаимодействия, в первую очередь. Мы до сих пор говорим иногда на разных языках. Ну, например, мы пользуемся навигатором, штатные коллеги не пользуются навигатором, пользуются бумажными картами, Яндекс-картами или картами уровня «я знаю эту тропинку, я здесь всегда хожу». Соответственно, они не могут внятно написать и описать, где они ходят, не все. Это такие типичные проблемы, с которыми мы иногда встречаемся. А кто-то не верит в успех операции, ну, например, недостаточно вводных. Поэтому мы туда не поедем, а вдруг он не в лесу. Подумаешь, он же не позвонил, не сказал, что он в лесу потерялся. С чего вы решили, что он потерялся в лесу? Да, в общем, наверное, вот эти две. Что мы с этим делаем? Активно взаимодействуем, знакомимся друг с другом, рассказываем, какой отряд как работает, прислушиваемся. Мне здесь кажется, только увеличение уровня доверия позволит найти больше общих точек. Мы над этим работаем, больше встречаемся. У нас какие-то рабочие, официальные встречи, где мы презентуем экстремум, рассказываем о наших инструментах. В ответ слушаем, как работают они, какие есть у них трудности, можем ли мы чем-то помочь в разрешении их трудностей. Ну, например, рассказали, как работает наша система пилинга телефона, потому что это во многих случаях удобнее. Ну, про пилинг телефона мы еще поговорим еще позже. Пилинг телефона. Ты упомянула, что штатные коллеги не пользуются навигаторами. Как они это объясняют? Или, может быть, в силу каких-то причин они не пользуются ими? Не все. Можно сказать, те коллеги, есть коллеги, которые прям классно работают, даже треки скидывают, и на ГИСе могут посмотреть, что сделано, не сделано, и найти тот участок, где еще не работали. Но есть люди, коллеги, которые еще не достигли этого уровня, так скажем. От чего это зависит? От опыта. От количества ПСР в лесу, если они в течение сезона каждый день выезжают в поиск в лес, и они каждый день видят, что они сидят, допустим, на опушке, мы идем в лес, находим бабку, они остаются без бабули, то им приходит в голову что-то с этим сделать. Например, купить навигатор, научить им пользоваться и так далее. То есть, во-первых, количество ПСР в районе. Во-вторых, финансирование. Больная тема любого государственного учреждения. В общем, не секрет, да? У них один навигатор, например, на 4 смены. Если он сломается, они остались без навигатора. Навигаторов нет, потому что поиск в лесу их непрофильной вид деятельности есть только как частный какой-то прибор у одного из спасателей в одной смене. Он уехал домой, забрал навигатор, остальные остались с картами. Какой самый тяжелый и самый запоминающийся поиск был за все 6 лет, что ты этим занимаешься? Неважно, чем они закончились, на твой взгляд. У меня самый тяжелый? Да. Самый тяжелый и самый запоминающийся. Я так привыкла всем говорить про бокситогорскую бабку. Можешь... Такой собирательный термин. Да, это уже, как говорится, отлито в граните в истории нашего отряда. Можешь про него рассказать, если хочешь? Я не помню, в каком-то году, в 17-м, может быть, или в 18-м? Насколько я помню, в 18-м. В 18-м? Просто бабушка в Бокситогорском районе, будучи на связи, решила пойти за грибами. По пути потерялась. У нее был телефон, она позвонила спасателям, затем отказалась выполнять их требования, ходила куда хочет. И сказали, выйди на болото, сейчас вертолет полетит, потому что она говорит, я сижу на болоте, не могу двигаться. Перезваниваем через какое-то время, вертолет подлетает, она такая, ой, да, тогда бегу, куда бегу? На болото. Вы же на болоте были, не могли сидеть. Ну, я на другое болото решила сходить, сейчас на первое побегу. Вот. Иди на восток, нет, я знаю, мне надо на запад. Какая разница, какое сейчас время суток, дня, откуда она вышла. Решила, что ей надо на запад, и все. Это самое сложное. Когда пострадавшие, с одной стороны, звонят спасателям, требуют, чтобы их спасали, а с другой стороны, не делают ничего, чтобы быть спасенными. И там, конечно, очень сильно повезло, что она таки вывалилась из Бокситогорского района в Новгородскую область, нашла какой-то хутор, постучала в дом,
и смогла передать, что она там находится. И там уже наши спасатели, ты знаешь, ее забрали. Сколько длился по времени этот поиск? Да всего ничего, дня три, наверное. Проблема в том, что я тогда еще, видимо, не адаптировалась к таким кадрам и к таким случаям. Я помню, что я практически не спала. Я прям все время работала над этим случаем. Я ничем больше не могла заниматься. Благо, лето было, отпуск. Потому что иначе я бы не знаю, что я делала. Я бы, наверное, на работу не пошла, какую-нибудь отгул взяла. Мои мысли все постоянно были с этой бабушкой. Я постоянно каждый кусочек карты изучала. Там еще был стажер. И вот как-то это все было очень нервно и сложно для меня. Сейчас, конечно, есть более сложные поиски, более напряженные поиски, более быстрые поиски, где надо, ну, быстро действовать, иначе сейчас вот прям человек умрет. Но они так сложно не воспринимаются, потому что какая-то прививка, видимо, или накопительный эффект, он происходит. И дальше уже можешь заниматься этим, не погружаясь на 146% целиком. Недавно наша коллега, руководитель спас-работы Женя Шулепникова, в одном из интервью сказала следующее. Средняя продолжительность работы в экстремуме составляет 2-3 года. Через это время обычно человек находит себя в какой-то другой области, потому что эмоционально быстро перегорает. Давай поговорим о серьезных вещах. Эмоциональное выгорание спасателей. Что это такое? Как это распознать? Что с этим делать? И почему это опасно? Интересно, что про 2-3 года говорит Женя Шулепникова, которая в отряде 10 лет, спрашивает, что у меня, когда я в отряде 6 лет. Дальше я приложу ссылку на это интервью к этому видео. Дальше Женя объясняет свою позицию. Согласна ли ты с этим? Во-первых, есть ли эмоциональное выгорание? Ну, конечно, есть. Так или иначе, есть. А когда эмоциональное выгорание сильнее? Когда человек опирается на какие-то внешние ресурсы. Ну, чтобы его похвалили, чтобы ему дали конфетку, чтобы сказали, какой он молодец. Ради этого. Тогда, когда он этого не получает, а очень часто в добровольческой деятельности мы это получаем раз в год на день добровольца, если не забыли, да? И, кроме того, та сфера, которую мы выбрали, чрезвычайные ситуации, она характерна тем, что там мало благодарностей, потому что пострадавшие чаще всего хотят уйти от этой тяжелой ситуации. Они либо ее быстро-быстро забывают, ну, будто бы ничего и не было, либо еще и злиться начинают, что меня так долго ищут, что нельзя побыстрее, я налоги плачу, ГЛОНАСС, еще что-нибудь. Вот это тысяча мифов про вертолет. То есть сама деятельность не подразумевает большой благодарности внешней. И деятельность добровольца, она не про внешнюю благодарность. Поэтому, когда люди не получают этого, они быстро перегорают. Если же мотивация больше внутренняя, в первую очередь это нужно мне для каких-то моих целей, для моих смыслов, у меня какая-то ценность особенная в этой деятельности, тогда и выгорание наступает поменьше, потому что у тебя внутренний ядерный моторчик, а не внешний. Это первое, что влияет на скорость наступления эмоционального выгорания. Во-вторых, ну, конечно, условия, коллектив, что ты делаешь в этом коллективе, как к тебе относятся, так как ты относишься к другим. У тебя появились дружеские, приятельские, коллегиальные связи. Мы же любим слово «коллеги». Или они... Уважаемые коллеги. Да, уважаемые коллеги. Так, коллега – это не друг и не знакомый, это коллега, это что-то особенное. Появились они или нет, насколько крепкие они появились. Влияет одно и то же, ты делаешь или разные вещи. Чем хорош наш отряд? Устал от одного, займись другим. Я всем говорю об этом. Устал от леса, остановись вовремя, займись чем-нибудь другим. Возьми вовремя паузу, нельзя присытиться. Еще, конечно, у нас деятельность такая на грани. Да? Очень часто есть ощущение, что если я вот сейчас не поеду, то человек-то реально может умереть. Бывали эти истории, когда не успевали, когда... Было недостаточно людей, чтобы вовремя закрыть площадь, и человек очень резко ухудшался, и мы об этом не знали. Ну, может быть, знали, но что-то пошло не так. Ну, так не бывает, да, обычно, скорее по незнанию. И возникает ощущение в какой-то момент, что вот, а надо было, вот если бы я поехал, тогда бы мы точно успели найти. Вот я тут сижу на работе, они там людей спасают, настоящей деятельностью занимаются. Такие какие-то сравнительные вещи, да, и... Это такой первый шаг к эмоциональному выгоранию, который становится, ну, просто ракетой, которая тебя резко туда выносит. Как только ты таким трамплином своего рода. Ну, да, да, трамплином. Как только ты слишком сильно в это погрузился, вот в это ощущение там, белого плаща за спиной, который колышется, ты такой мчишь в бесконечную даль, спасать волосы назад. Вот. Это прям резко ускоряет эмоциональное выгорание. Поэтому мы всегда так спокойны. Keep calm. Мы это вообще делаем тут для того, чтобы
мир становился лучше, чтобы я чувствовала, что что-то полезное сделала, чтобы с друзьями потусить в лес ходить, а не только чтобы спасти всех на свете. Как с этим бороться? Один из методов – это у нас сменить деятельность. А касаемо обычной жизни, что это нужно взять? Отпуск или не заниматься этим пока? Твой рецепт? Вообще смена деятельности – это классная штука против эмоционального выгорания. Причем, ну там неформально я спасал людей из леса, теперь спасаю кошечек из леса. А что-то такое, что для тебя внутри качественно иное. Для кого-то спасать людей, заменить, надежурить в пожарке – это хорошо, это разнообразие. А для кого-то качественно отдохнуть – это вообще убрать деятельность в экстремуме и отойти от этого на время, уехать в долгосрочный отпуск так, чтобы ну, вообще как бы все прикрыть, порезать все ниточки, чтобы вообще никак не соприкасаться с тем, делать что-то качественно другое для тебя. Это одно, да. Есть стандартная рекомендация про график дня. Очень смешно. Добровольцам, поисковикам. Про график дня, график сна, график питания. Все эти физиологические вещи. Очень смешно, но это то, что регулирует, да, процесс эмоционального выгорания. В каком-то году Саша Хайтин на каком-то курсе вводном сказал, что среднестатистический человек, который работает по графику 2 через 2, точнее 5 через 2, извиняюсь, при всем желании не сможет съездить больше 2 раз за неделю без каких-то последствий для себя. Угу. То есть ты про примерно такой график имеешь в виду? Нет, я про график, когда ты ложишься спать в 11 вечера, встаешь в 8 утра. Да, с этим у нас сложно. Очень плохо. Ну или какой-то другой подходящий для тебя, так, чтобы ты высыпался, чтобы твои витальные потребности были удовлетворены. И скорее про это, потому что когда ты постоянно на измене, на изломе, спишь по 3 часа и все время куда-то бежишь, и сердце все время шпарит, тут даже не эмоциональное выгорание. Но эти два графика можно совместить. Первое, что нормально отдыхать, график сна и отдыха. И второе, то, что не надо часто ездить в лес, особенно в ущерб себе. Да, конечно, столько, сколько нужно. Если ты... Вообще, ты правильную вещь заговорил про саморегуляцию. Мы обычно на курсе координаторов и РПСРов про это много говорим. Должно быть в меру, достаточно. Вот столько, сколько тебе хорошо. Когда ты еще чувствуешь удовольствие и радость от того, что ты делаешь. А не когда ты это уже делаешь через силу или на каком-то ажиотаже. Если ты чувствуешь этот ажиотаж, гоню, не остановиться. Остановись принудительно. Чем это опасно? Что может случиться? Выгоришь. То есть ты не захочешь этим заниматься Конечно. Вообще? Обесценишь. Обесценивание произойдет. Чем я занимаюсь? На что я потратил свою жизнь? Как это все уныло? Все люди как люди живут, жизнь свою строят, а я чем-то незначительным, дурацким занимался, бегал по лесу всю ночь. Зачем я это делал? Обесценивание – это самое такое болезненное. В продолжение серьезных тем, зачастую не всегда люди, с которыми мы общаемся, охотно идут на контакт, начиная от того, что они бывают в состоянии алкогольного опьянения, бывает, что они в большом стрессе и вообще не могут ничего рассказать. Угу. Я как-то слушал одну из аудиозаписей, где девушка просто кричит в телефонную трубку, и у нее ничего не спросить. Угу. Есть люди, которые сами по себе, они не хотят никого слушать, угу. У них свой нордический характер, они уверены, что они вот-вот сейчас выйдут, и до последнего отказываются от помощи. Но если почитать ту же карточку, во что человек одет, мы понимаем, что человек одет легко, и он просто элементарно замерзает. У него, например, нет спичек, он легко одет, и температура уже минусовая, но он отказывается от помощи. Как строить общение с такими людьми? Угу. Как находить с ними общий язык? Что ты порекомендуешь коллегам? Угу. Это в продолжении той темы, что ты чуть озвучил ранее, когда с людьми довольно сложно общаться, и это тоже в продолжении темы бокситогорской бабушки, что с людьми очень сложно общаться, и это отнимает очень много сил и энергии. Первое, что нужно знать, у большинства людей вот эти резкие панические атаки, панические реакции ужасные, страх какой-то, кошмар, это паника в голове, это острая стрессовая реакция. Это временное явление, оно не может длиться бесконечно. Но она появляется на какую-то новизну. Стресс-реакция на новизну. Соответственно, пункт первый – положить трубочку, перезвонить через 5-7 минут. Человек подуспокоится и дальше будет говорить нормально. Но с таких записей миллион.
Он там орёт, положил трубку, или она сама бросила трубку, перезвонил через 10 минут, уже адекватно все. В других случаях помогают какие-то убеждения, увещевания. Ну, погодите. Ну, то есть какая-то выкладка. Люди почему не слушают? Потому что не доверяют. Там позвонил какой-то человек, непонятно где находится, говорит мне, что делать, а я один в большом лесу с медведями. Иногда бывает важно. Вы вышли из деревни Гадюкина? Говорит, да. Пошли на север? Да. Солнце где было? Справа. Значит, пошли на север. Рассвет. Ну, понятно. И все время шли как? Когда солнце где было? Справа. Угу. Значит, вы все время шли на север, верно? Ну, значит, вам, чтобы сейчас вернуться в деревню Гадюкина, надо развернуться и идти на юг, верно? Верно. Сейчас 3 часа дня, солнце на юге. Это значит, вам нужно идти на солнце, верно? Верно. Идите на солнце. Это делается не сразу, не в момент опроса. Это... У нас есть фаза опроса, когда ты локализуешь. Ты никогда не спрашиваешь, вы пошли на север, верно? Ты спрашиваешь по-другому, открытыми вопросами, чтобы не навязать ответ. Есть фаза дачи инструкций и фаза убеждений выполнения этих инструкций. И там ты ведешь такой сократический диалог, убеждая человека, что ему нужно идти туда, куда ему нужно идти. А в каких-то случаях нужно задуматься, почему он паникует, чего ему не хватает, найти какое-то ключевое слово, чтобы сказать. Ключевое слово. Нужно найти какой-то ключик к человеку. Один из самых частых сценариев, когда человек просит вертолет. Да. Буквально не так давно была заявка, когда человек на машине застрял, и из-за того, что, как он говорил, заплатил за аэроглонасс, он требовал вертолет, и чтобы его эвакуировали. Что ты таким людям говоришь? Вертолета нет. И не будет. Не обладаем мы такими возможностями. Что тут еще сказать? Если человек настаивает на своем и говорит, что, ну, допустим, взять не машину, он находится где-то на болоте, например, там, километров 5 от населенного пункта, но при этом у него хорошая, бодрая физическая форма, он просто не хочет идти, говорит, присылайте свои, как у нас говорят, МЧСовские звездолеты за мной и эвакуируйте с болота. Как человеку объяснить, что вертолета не будет и нужно выходить из ситуации какими-то другими способами? Ну, когда мы говорим, вертолета нет и не будет, это вообще невозможно. Они обычно достаточно быстро понимают. Почему? Потому что у нас стандартная формула отказа действует. Нет, почему нет и какая альтернатива? И мы вместо вертолета предлагаем идти своими ногами. Люди обычно на это не очень соглашаются, говорят, ну нет вертолета, тогда присылайте спасателей. Ну, уже поторговались, да? Вместо вертолета теперь уже спасатели на вездеходе. Спасатели на вездеходе, в принципе, могут быть найдены. Вопрос, как быстро это будет. Мы ему честно говорим, слушай, солнце высоко, небо ясное, ты чувствуешь себя хорошо, ты можешь остаться на месте, но спасатели будут ехать часов 10, а идти пешком тебе часа 2. Что выберешь? Большинство людей выбирает идти пешком. Кроме того, в принципе, люди не, ну, им не свойственно долго сидеть на месте, очень сложно. Бывает, просим посидеть на месте, потому что нет никаких ориентиров двигаться. Но нет, им невозможно сидеть на месте даже час, они должны куда-то двигаться. Поэтому человек так или иначе выберет, куда двигаться. Даже если он говорит, нет, я буду сидеть и ждать, мы ему повторяем раза 4 простую инструкцию, чтобы у него в подкорке отложилось, иди на солнце. Но если вы решите все-таки идти, вам надо идти на солнце. Спасатели будут ехать 10 часов, но выход, если вы пойдете на солнце, ну и так далее. Потом человек, посидев минут 10, подумал, что о, уже час прошел, а эти безалаберные люди опять жрут мои налоги и никуда не едут, начинает идти на солнце. Нужно рассказать все возможные сценарии. И человек уже вправе сам выбрать, да, как ему поступать. Некоторые коллеги называют тебя эффективным менеджером и человеком, с которым практически всегда можно договориться. Как тебе удается сохранять такой нейтралитет и такое амплуа, так скажем? Ну... Надо спрашивать у тех, кто так говорит, почему они так говорят. Но это же тоже как с потерявшимися и пострадавшими. Вы с пострадавшим, который капризничает, сделку заключили. Тебе будет хорошо, если он выйдет из леса. И, что парадоксально, ему будет хорошо, если он выйдет из леса. Вам нужно найти эту точку консенсуса и друг с другом объясниться, что вы в одну сторону идете. То же самое с другими людьми, со штатными спасателями, с нашими добровольными спасателями, с неспасателями, родственниками и так далее. Надо выяснить, что, как бы, где этот консенсус. Чаще всего вы действительно идете в одну сторону, просто какое-то недопонимание происходит, и прояснить. Как ты от всего этого отдыхаешь? Твой идеальный отдых?
Идеальный отдых сегодня, в этом году вы мне устроили. Ребята, да? В смысле, вы и ты. Когда погрузили на автомобиль, увезли в недра Карелии без сотовой связи, выдали лодку, выдали запас продуктов и сказали, плывите и возвращайтесь через 3 дня. Вот это идеальный отдых, когда нет связи и нет людей. Ну, есть альтернативы. Я хожу в одиночные походы, езжу в одиночные путешествия. Я езжу с мужем, а вот всякие походы и переходы я люблю ходить в одиночку. То есть далеко, без связи и без людей. Сейчас некий блиц, небольшие вопросы, которые заинтересовали обычных людей. Это не те вопросы, как одеваться в лес, что делать, чтобы не потеряться. Это немножко другие вопросы. Какой путь заявки? И как принимается решение, кто ей будет заниматься? Человек звонит на номер 112, говорит о том, что он заблудился. Что происходит дальше? 112 заводит учетную карточку случая, спускает ее по списку всем необходимым службам, в том числе Центр управления кризисными ситуациями. А Центр управления кризисными ситуациями передает информацию о потерявшемся в лесу нам. Кто этой заявкой будет заниматься? Иногда заявкой занимаемся только мы, например, все заняты. А иногда заявка передается еще кому-нибудь. И тогда ЦУК сообщает, кому еще он передал заявку. Мы созваниваемся между собой, например, нам и ТОСНы передали. И решаем, кто заявкой будет заниматься. В некоторых районах мы не сразу подключаемся, потому что ехать очень далеко, там 6-7 часов. И мы знаем, что на месте есть хорошая штатная служба. Как говорят люди, определите меня со спутника. Возможно ли человека по сотовому телефону точно локализовать в лесу? Возможно. Если у телефона смартфон, есть в смартфоне GPS и есть интернет-связь. Программа Яндекс.Навигатор в лесу поможет? И если нет, то почему? В Яндекс.Навигаторе дороги, в лесу дорог нет. Если дороги есть лесные, тогда да. Но в лесу обычно лесные дорожки, тропинки, на Яндекс.Навигаторе их нет. Навигатор создан в первую очередь для автомобилей. Он может повести по прямой, не учитывая, что там какие-нибудь ручьи, болота, ветровалы впереди. Кроме того, он может не до конца подгрузить карту, и ты выйдешь за... Ну, это типичная ошибка. Люди делают очень-очень маленькую карту. Ну, понятно, им надо смотреть, как ты движешься в лесу. У тебя же скорость падает, и ты еще постоянно шатаешься из стороны в сторону, и стрелку туда-сюда водят, она неровно передвигается. Люди делают карту побольше-побольше, чтобы видеть, как они передвигаются вообще в том направлении или нет. И когда они уходят за пределы экрана, оказывается, что интернета нет, и следующий кусок карты не подгрузился. И вот они оказываются на белом поле, где карта не подгружена. GPS будет продолжать работать, будет продолжать передавать их позиционирование, куда они движутся, но карта подгружена не будет, и куда идти они уже не понимают. Твое отношение к специализированным программам для тех, кто собирает грибы и ягоды по выводу из леса? Типа иду домой? Как вариант? Слушай, ну лучше, чем ничего. Один из самых главных вопросов. Что делать, если ты заблудился? Ждать спасателя или выходить самому? Если ты заблудился, в какой ситуации? У тебя есть телефон, или кто-то знает, куда ты пошел, или ты без телефона, и никто не знает? Ну, давай возьмем классическую ситуацию. Человек находится в лесу, приехал там, погулять, например, или грибы собрать. У него есть телефон, он позвонил 112 и сказал, что заблудился. Оператор 112 скажет, оставайтесь на месте, никуда с этой точки не сходите, в других местах может не быть связи. Это правда так, ты можешь отойти на 3 места, связи нет, в прежнюю точку уже никогда не вернешься. Поэтому, если ты позвонил в 112 и твою заявку приняли, это значит гарантированно тебя точно начнут искать. Ну, как минимум мы, потому что мы занимаемся всеми заявками, которые поступают. Соответственно, лучший способ оставаться на месте, это очень тяжело, это невозможно, минуты длятся как вечность, но нужно оставаться на месте, чем... Меньше двигаешься, тем меньше потом искать. В связи с чем тогда так много людей выходят сами? Как ты это объяснишь? Так много это 30-35%? Треть? Ну, довольно большое количество заявок. Угу. Практически все эти люди на связи, как ты понимаешь. И это обычно какие-то либо ближние районы, ну, например, прислушался и услышал дорогу, или даже увидел дорогу. Или у нас бывают случаи, которые мы закрываем, как вышел сам. Да, ты где? Я в лесу. Потерялся? Потерялся. Вот сейчас успокойся, послушай внимательно. Что-нибудь слышишь? Он такой, о, слышу шум машин. Повернуться в сторону шума машин можешь? Это могу. Что видишь? О, вижу дорогу.
На дорогу выйти можешь? Можешь. Выходи. Но это вышел сам, по большому счету. Мы как бы ничего не предложили сделать, кроме как посмотреть и увидеть дорогу. То есть из-за паники в ближних районах вышел сам. Иногда бывает, когда человек блуждает, ну вот это вот самое, сложно оставаться на месте, да? И рядом с городом где-то, и нашел какую-нибудь тропиночку, которая вывела, или маркированные дорожки, или нашел каких-то случайных людей, которые его там, помогли выйти, потом просто звонит и говорит, я вышел. Но мы сезон не разбираемся, почему он вышел, потому что его люди вывели или потому что он сам вышел. Ну, то есть какие-то простые случаи. Когда человек в дальнем районе вышел сам, это скорее чудеса. Ну, то это более редкая вещь. Вышел сам, они в основном концентрируются там, где много людей, много дорожек, и есть ясные шумовые ориентиры. Вот в этих случаях. Да, наверное, в этих. Но если у тебя есть телефон, ты как минимум должен все равно оставаться на месте, чтобы получить инструкции. Выходить самому, не самому или еще как-то. И в заключении, поскольку мы сегодня это интервью делаем как для обычных людей, так и для спасателей, можешь вот в эту камеру сказать, что бы ты хотела им пожелать, какие-то свои мысли, ну или, может быть, поздравить с наступающим Новым годом, потому что мы это интервью записываем в середине декабря месяца. Угу. Можешь сказать, что посчитаешь нужным? Ребята, здоровья и крепких нервов, что еще можно пожелать? Хорошенько отдохнуть и восстановиться после прошедшего сезона, вспомнить, что есть не только бабушки и грибы, что есть друзья, семья, отличное времяпрепровождение, набраться сил, выдохнуть, выспаться, может быть, отъесться, сделать все свои дела, которые кто-то откладывал, и приготовиться к новой войне. Спасибо тебе большое, Лен, за этот разговор. Спасибо тебе. Алло. Да, Светлана Васильевна, это спасатели. Да. Вернулся ваш муж домой в Тесово. Все в порядке. Ой, какое большое вам спасибо. Спасибо вам огромное. Не за что. Все, до свидания. Здоровья вам, девочки, удачи вам. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Да, Ирина. Как ваши дела? Вышли или идете еще? Да, все окей, спасибо. Так что ставьте галочку старого дурака, вывели на путь истинный. Не теряйтесь больше, но если что, звоните. Да, все. Ирин, хотел вам передать огромное человеческое спасибо всему семейству. Просто огромное. Спасибо большое вам. Вышли? Леночка, да. Солнышко, свет твой ангел. Вышли? Что бы я без вас сделал бы? Вышел, правда, впервые со мной такое. Я уже больше 10 лет этот лес знаю. Угу. Чтобы заплутать к нему, у меня со мной сегодня такая оказия. И с компасом, и со всем, и взял... Ушел в противоположную сторону. Километров 5 отмахал. Все, дай ничего. Бог вам здоровья, олимпийского, крепкого, счастья личного, большого, огромного, всего самого-самого наилучшего. Алло. Алло, это спасатели, Елена. Удалось ли выйти? Да, спасибо большое. Все, вышли, ура. Не теряйтесь больше. Постараемся. Да. А девушки, это спасатели, Елена Экстремум. Да, как да, ваши да. дела? Вышли, не вышли? Все, мы вышли, едем уже домой на машине. Ой, вам огромное спасибо, да большое. Вы нам очень помогли. Не теряйтесь больше, до свидания. Да, будем стараться. Да, спасибо огромное. До свидания.